Всем привет! Хочу показать вам новую задачку по 7 центов. Несложную. В задачке у нас даются картинки кухни и ванны. Вот. И дается 4 вопроса. Как? 4 пункта. Первый пункт нам надо посмотреть на картинке и определить в кухне столешницу из природного материала она или нет. То есть гранит, мрамор, там вот в данном случае тут природное. И в ванной комнате определить, есть ли отдельно стоящая ванна, в которой нужно без душа мыться. И все, начнем. Смотрим на картинки. Вот столешница, они сверкают и блестят. То есть это говорит о том, что это природный камень, натуральный. Значит, мы отмечаем, что у нас вот гранит, кварц. Да. Дальше у нас надо определить техника бытовая из нержавейки, ну как под цвет нержавейки или другой цвет. Ну, тут вот по холодильнику видно, что он нержавейка и вот микроволновка это. Значит, отмечаем, что да, типа нержавейка. Дальше надо определить, есть ли на фотографиях ванная комната. В данном случае есть. Вот. И посмотреть, есть ли ванна отдельно стоящая. Тут получается вот эта душевая кабина. Как бы похоже что-то на ванну в углу. Но она за занавеской. Значит, там можно принимать душ. И выложены стены плиткой. Значит, у нас нет отдельно стоящей ванны. Отмечаем нет. Дальше смотрим. Самое тяжелое в этой задачке это определить натуральная столешница или нет. Можно увеличивать. Тут вот увеличим картинку. Посмотрим. Ну тут вроде бы похоже на мрамор. Раковина утоплена. Вот видно тут по углу, что это камень, а не ДСП или там ДВП какое-то. Значит, отмечаем, что да. А и смотрим сразу на технику. Она вся в черном цвете. Значит, мы отмечаем. Кухня из натурального камня. И тут вопрос спрашивается, под цвет нержавейки мы отмечаем нет. Дальше ванная комната у нас есть. Теперь надо найти отдельно стоящую ванну. Тут вот занавесочки, видимо, там есть ванна, но это не считается как отдельно стоящая ванна, потому что в ней можно еще принять душ. То есть она отгорожена, чтобы не брызгалась. А ванну мы ищем такую, чтобы только засунуться в нее и попариться, чтобы не плюскаться и не талапаться. Так, значит, у нас здесь нет ванны. Отмечаем нет. Так, дальше. Тут опять. Тут вот кухня вся в белом. Как тут есть и нержавейка, вот и есть белый. Когда у нас смешанные цвета техники, то надо выбирать, как судить по тому, какого цвета больше. То есть тут получается посудомойка белая, плитка и духовка вроде бы как блестящие стального цвета. Так, тут засада, конечно. Но в инструкции, по-моему, пишется, что обращать внимание на духовку. Холодильника жалко нет. Ну ладно, я поставлю, что здесь мрамор и нержавейка. Ванна есть. Вот это как бы вот ванна. Но она не считается отдельно стоящей ванной, потому что здесь есть душ. Плиткой обложена стена. То есть тут можно принимать душ. Значит, она уже не в счет. Если бы здесь плитка была выложена только тоненьким кантиком, вверху стены были побелены, то и душа не было, то уже можно было бы отметить, как есть ванна. Так, значит, мы тут ставим фотографию ванной комнаты есть, самой ванны нет. Так, дальше. Тут вот столешница видно, сверкает, блестит на кухне. Видно, что это гранит или мрамор. Холодильник черный у нас.
плитка, нержавейка. Ну вот холодильник как бы больше занимает цвета. Значит, мы поставим, что нет. Вот у нас отдельно стоящая ванна. Вот здесь никак душ не примешь. Здесь отдельно для душа и душевая кабинка. Вот это ванна. Вот это ставим, да. Так, значит, у нас кухня. Натуральный камень, цвет нет. Так, кухня, камень, цвет нет. Ванна, да и да. Могу перевести, чтобы было понятнее. Так, поехали дальше. Так, тут столешницы. Вряд ли это натуральный камень, это больше на ДСП какой-то похоже. И вот техника у нас из нержавейки, холодильники, это все. Значит, мы ставим нет, да. Так, по кухне ставим не из мрамора, и цвет из нержавеющей стали. Так, ванна. Ванна, вот у нас душевая кабинка, а вот ванночка отдельная, в которой можно попариться, просто поваляться. Значит, ставим да. Так, тут смотрим на столешки. Так, так, так. Ну, тут блеска нету. Видно, что гранит вряд ли такой идет с такими вот фигурчатыми вырезами. Значит, скорее всего, это какая-то подделка под камень. Но не камень. И техника черного цвета. Значит, выбираем на первый вопрос. Нет и нет. Ванная комната у нас присутствует. Так, саму ванну смотрим. Так, вот у нас душевая кабина и вот отдельно стоящая ванна. Джакузи может быть, но не важно. Факт в том, что корыто стоит отдельно. Ставим да. Тут никак не гранит, потому что под дерево сделано. Получается цвет черный. Столешка не натуральная. Ванная у нас есть. Это душ. Вот это тоже не считается за ванну, потому что есть душ. Так, значит, ставим тут. Гранита нету. Нержавейки нету. Ванная фотография есть. Самой ванны нет. Так, тут видно, что роскошная кухонька, вот блеск натуральный такой, и нержавейка. Получается, первое по кухне, да-да. Так, по ванной. Ищем ванную. Так, вот у нас ванная. Вот душевая кабинка. А где ванночка у нас? А вот и ванночка, вот. Тут душ не будешь принимать, потому что стены голые. Значит, у нас везде это и да. Д, 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 Д. Так, тут у нас чего за кухня? Ну, тут тоже видно, что натуральная столешница по блеску. Вот она блестит, видно, что это каменюга, нержавейка. Ну, то есть стального цвета, холодильник тоже. Так, значит, у нас по кухне да-да. По ванной вот отдельно стоящая ванна. Вот кафель только по низу идет, сверху никаких гусаков, души нет. Все, значит, везде ответ да. Да, да. Да, да. Так, ну тут тоже белый мрамор, серый. Видно, что блестит и утоплена раковина, сделана. Так, тут камень. Дальше техника стального цвета, стального. Так, значит, по кухне, да-да, вот как мрамор настоящий выглядит, раковина утоплена в камне, а не наложена. Ну, бывает, что и наложена. Так, отдельно стоящая ванна, вот она как бы есть, но есть душ. И плитка доверху выложена, значит, это уже не считается. Вот, вот это вот считается как ванна. Значит, у нас везде ответ «да». Не важно, что разные ванны, нам главное найти на любой фотке, чтобы была отдельно стоящая вот такого плана ванночка. Значит, везде ответ да. Да, 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 да. Проверяем.
Все, задачку сделали без ошибок, открылась следующая. Можем продолжать. Задачка стоит 7 копеек. Ставим лайки и зарабатываем себе денежку. Всем пока!